Ночь музеев отметили в Новосибирске с 21 на 22 мая. Хранилище экспонатов продлили время работы до полуночи и даже дольше. И традиционно подготовили необычные выставки и экскурсии, которые увидишь только один раз. Каждый мог составить собственный маршрут и выбрать интересные для себя локации. Познавательные, отправляющие в прошлое или романтичные. Екатерина Карпенко окунулась в музейную ночь с головой. Боевой клич. На сцене мастер-класс по боевому искусству кендо. Сибирь Хоккайдо в этот вечер воссоздает японскую культуру периода Эда. А музей железнодорожного района вводит гостей по привокзальному околотку с цыганкой Азой Голубоглазовой. Заходите, заходите, заходите в гости к нам, потому будем очень рады, заходите ручку нам. Какие люди у нас в гостях! Здравствуйте, дорогие! Мэра Анатолия Локтя встречают у порога как почетного гостя. Многие предметы в экспозиции – ровесники самого города. Или достоверно воссозданные, как, например, этот мушкет 19 века. Побывал вот в музее железнодорожного района. Очень интересно, там экспозиция представлена в войне 12 года. И оружие, и мундиры. Ну, если с русскими мы более-менее знакомы, то там представлены, кстати, французы. Это тоже очень интересно. Потрогать, примерить, сфотографироваться – без этого ночь музеев представить трудно. Тут развернулась настоящая локация, посвященная Бородинскому сражению. Каждая комната украшена тематически. И самое главное, тут можно примерить костюмы тех времен и даже аксессуары. В музее природы все про пионерию. Гости повязывают галстуки и отправляются в поход. Правда, ненадолго. Желающих попасть в палатку много. Нет, там же нет заняться. Одна из самых романтичных локаций этой ночи на воде. Прогулка по Оби в ночь музеев сопровождается не только романтичной музыкой, но и экскурсией, которая знакомит всех гостей с прекрасами города, в том числе с мостами, как имеющимися, так и строящимися. Называется «Прогулка по Оби». Экскурсия, ну, так скажем, о городе в целом, о интересных фактах, о событиях, которые в городе происходят. Звуки скрипки в теплую майскую ночь и фотографии в телефоне на память о волшебной ночи. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.